Переводы в Армению в один миг. В приложении «Фора Банка». Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. «Фора Банк». Ваш банк выгодных переводов в Армению. Полагаю, надо очень серьезно относиться к этим заявлениям. Мы начальник объединенного штаба. ВДКБ. Почему? Потому что он же военный полковник. Наш объединенный штаб получает всю необходимую информацию о сопровождении дел, в том числе и на границе Армении и Азербайджана, в том числе по военной линии, как я предполагаю, и от специальных служб. Это именно объединенный штаб, это штаб осуществляет координацию военного сотрудничества. Поэтому если он сделал такое заявление, у него есть на это веские основания, которые он озвучил. ВДКБ, сказать, что она проявляет предметный интерес, она всегда проявляла предметный интерес. Сказать, что там, ну, я не могу сказать, что ВДКБ не проявлял предметный интерес. Другое дело, что кто-то где-то в Топ-Сербине как это по-разному оценивает. ВДКБ направила туда необходимую миссию время и во главе с генсеком, я начальника объединенного штаба приведу, Сидоров, был подготовлен доклад, который был представлен главам государства, в котором все четко излагалось и предлагалось меры по нормализации обстановки. Все это, как и осталось в сегодняшний день, так сказать, двери предложений. Вот. В том числе, во многом, насколько я понимаю, из-за позиции армянской стороны. ВДКБ по своему уставу всегда стремится решить вопросы, в первую очередь, политико-дипломатическими методами. Об этом говорит и в ее уставе. Практические меры политико-дипломатического характера по урегулированию конфликта и сказать, нормализации обстановки и ВДКБ, насколько я знаю, предпринимала и предпринимает и сейчас.